Всем привет! У нас в хозяйстве пополнение. Вот эти вот красавцы родились у нас 22 марта. Вот эти вот ребятишки у нас родились 29 марта. Осталась у нас еще одна свиночка вот эта. Ну и сегодня подъехали красавцы эдельвейсчики. Два штуки. Так что у девчонок радость. Приехали они к нам навсегда. Купил я их каждого по 20 тысяч. Теперь они будут пока жить здесь. Вот такие вот дела.